Всем привет! Вы на канале Лепка это просто. Сегодня мы слепим вот такие шишки. Нам понадобится много маленьких шариков и конус. Возьмем один шарик и слегка приплюснув, прикрепим к вершине конуса. Слегка отогнем сверху. Возьмем второй шарик и прикрепим его рядом. И также прикрепим еще два шарика. Получилась вот такая вершина. Остальные шарики прикрепляем точно так же в шахматном порядке, двигаясь к низу конуса. Вот такая шишка у нас получилась. Создадим эффект заснеженной шишки с помощью крахмала. Посмотрите, получается как настоящая. Добавим еще немного. Наша шишка готова. Для второй шишки нам понадобится конус и ножницы. Проделаем надрезы по нижней части конуса. Точно так же в шахматном порядке продвигаемся к вершине конуса. Готово! Вот такие шишки у нас получились. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. До новых встреч! Пока-пока!